Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в GTA 5, продолжаем проходить историю этой игры. И что нам сейчас предстоит сделать? В предыдущей серии, кто помнит, кто смотрел, мы неким образом нарвались на одного мафиози. Не очень приятно, но нам нужно отдать около 3 миллионов баксов. И сейчас Майкл решил, что нужно вернуться в старое доброе дело, связаться с старыми связями, друзьями и вернуться, чтобы заново грабить банки. И сейчас нам нужно выполнить парочку просьб Лестера, чтобы он нам помог в дальнейшем с банками найти, спланировать все ограбления. И также, чтобы ограбление удалось. Поэтому, ребята, мы сейчас будем выполнять следующее. Нам нужно куда-то поехать в какой-то магазин, как я понял, приодеться во что-то стильное и поехать в какую-то корпорацию одного там миллиардера, который каким-то нечестным образом, как я понял, распространяет свою технику, то есть как будто iPhone тут он по-другому называется. А вот как сейчас вы видите в правой нижней части экрана iFruit вроде, и нам нужно будет его, наверное, убить, как я понял. А сейчас, вот видим, мы заезжаем в какой-то стильный магазинчик. И сейчас мы будем тут одеваться. А вот видите, Got too old, got outsourced, same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. What about a vest and some cargo shorts? All right. Так, я правильно на... Ага, вот. Ребята, какой? Вот этот классный, этот не очень... Это мне нравится. Это не очень. Вот мне больше всего вот это нравится. Yep, that's as youthful as you're gonna get. Ой, и вот куда? Вот это, да? Я не знаю, честно. Наверное, вот это. Dignity aside, I think that might just work. Good luck at the interview. Bye now. Ага, ну все, мы приоделись, сейчас валим отсюда, ребята. Где наша машиночка? Побитая, конечно. Я не знаю, честно, нужно было уже ее как-то отрихтовать, то есть даже в какой-то степени претюнинговать, то есть бамперы, вот это все, но пока что бабла не очень таки много, 7000. Хотя, давайте еще попробуем. Now you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Fine. Ну что, ребята, перед тем, как куда-то поехать, давайте мы немного тюнингнем нашу аудюшку. Как я понял, это Ауди, да? Я надеюсь, много бабла это не заберет у нас, потому что если заберет, будет немного хреновенько. Ух, 400 баксов только на вот это, бамперы. Тут бампер ни хрена не меняется. Ну, как видите, ребята, нет, у нас уже практически все закрыто еще, то есть глушители. Ну, глушитель прикольный, но... Ну, ладно, давайте вот этот возьмем, крылья. Ладно, давайте вот это возьмем, решетка. Вот это бы было круто, но пока что у нас еще... О, вот это хочу. Так, замечательно, клаксон. Ладно, иди ты. Вот это. Номера. Но номера я не знаю. Окраска, вот. Основной цвет. Хромированный. Ну, хромированный. Я не знаю, честно, ребята. Какой цвет? Как думаете, какой будет цвет подходить для этой аудюшки? Ну, в принципе, черный цвет сам по себе подходит. Может, какой-то синий. Ну, допустим. Допустим. Не. Сейчас. На. Давайте, ребята.
синий. Давайте сначала, мне кажется, будет классный вот такой. 400. И сейчас дополнительный цвет. Вот. И сейчас синий. Как думаете, будет красиво выглядеть? Сейчас посмотрим. Я надеюсь, будет. Но это уже какой-то флаг. Я не знаю, честно, ребята. Или зеленый. Уф, я не знаю. Давайте я сейчас быстренько сам подберу. Что я выберу, то я вам, ребята, покажу. Потому что я, если честно, еще пока что сам не знаю. Давайте, может, зеленый. Зеленый, мне кажется, будет круто. То есть давайте хотя бы попробуем. Крылья, фары, вот. Неоновые расположения. Три куска, охренеть просто. И цвет. Синий. Ух, я даже не знаю, ребята, честно. Ну, дайте я еще подберу и вам покажу. Ну, ладно, пока что бабла у нас не хватает. Вот такая небольшая, ну, прям прикольная такая машинка вышла. То есть потом, конечно, я ее дотюнингую. То есть бабла у нас просто-напросто сейчас в данный момент не хватает. Потому что мы еще его толком не заработали. Но когда мы ограбим первый магазин... Какой магазин? Какой? Это какой-то уже заниженный уровень. Нет, Майкл, я так про тебя не думаю. Не магазин, а банк. После того, как мы ограбим первый банк, у нас будет... Вот ты паскуда. Стоять. А у нас будет достаточно бабла. То есть, вроде после первого ограбления, то есть, после первого банка нам дастся около... Ну, штук так 100, 200, может, 300 тысяч бабла. Потому что остальное бабло нам же нужно отдать тому человеку, которому мы разрушили дом, да? Поэтому, ребята, пару сотен тысяч или десятков, может, нам даже... Может, мы даже получим, и с этого мы, наверное, даже протюнингуем нашу машиночку. Эй! PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh my, you know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke breaks about up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. IT temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. Следуйте за программистом. Ну пошли, умник ты. I'm totally becoming a tech evangelist when the big boys vest. Maybe not even tech, I'll evangelize anything. Так. Oh, hi. Chill out on the beanbag. Marcus will be right out. Oh, I'm gonna take a normal chair. I have a terrible... Keep calm and carry on. Так, ладно. Ух, ни хрена себе тут компьютеров. Ну, мы тут. Here you go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. This is a filthy hard drive, bro. Got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Clicked an NSFW link, bro. Bit me on the ass. Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups, see what I can do. Your son codes? Start him early, bro. You write your best stuff in your tweens. There it goes. I need to write some product, Brohim. I'm feeling the itch. And that should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, they are. Да, программист, который занимается всякой хренью, разрабатывает там технологии, новые там программы, вот это все, не знает, как уничтожить вирус и включить антивирус. Да.
Nice. Ладно. Да не упирайся ты об стену, а давай выходи из здания. Making history, dude. Hey, and we couldn't do it without the little guys. Bye. Кто там? Кто там? Кто там битбокс? Битбоксил. Я слышал, но сейчас уже как... Ну, давай дальше. О, вот этот мудак, да? Ну, давай, давай, давай. Стеснялшку нашу. Застеснялся. Ну, и в жопу. Ну что? Да, дай... А, наверное... Наверное, не тут, а вот тут. Ух. Давай, Макс. Ух, Макс какой, Макс. Майкл. Выпускай. Ух, ух, вот машиночка. А посмотреть презентацию в доме Майкла. Я бы с удовольствием, но дайте мне машиночку, чтобы домой добраться, а то наша где-то потерялась. Хотя наша вроде вот тут на стоянке была, я надеюсь, она там осталась, и кто ее не спер. Ух, я не знаю, где она. Ладно, идите в жопу. Ух, хотя нет, я вот ту не хочу, дайте... О, Лестер. Эй, Майкл, hold on. Doomed, I doomed you! Лестер, the thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry, the phone is rigged. Now what's your problem, you don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me, I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life and a two-hour... Oh my god, you guys are so lame! No! I'm watching Fame or Shame! Oh, fucking tits! Give me that! Ага. This company has come a long way since we started it in my parents' pool house in East Carroll. Today, you're about to witness a new phase. Full-on, weapons-grade, red alert, world domination! Bravo! We have put a billion people's private data in the public domain and we have milked every penny we could in the process. We have one of the youngest workforces in the world. Ну, харе тараторить. Доставай мобилку. That's not just impressive, it's revolutionary. Today, right here, we're about to make the next step. Prepare to witness the future. Чё за хрень? The Life Invader mobile device. Yes, we've invented something no one else has ever thought of. A small, personal, computerized device. Now you're going to be able to stay docked 24/7. On the bus, you can dock. On the subway, stay docked. You can be docked at home. Дочите, мне как-то ассоциации с чем-то другими. Дочить. Это не то, что вы подумали, ребята. Вы что, тут приличные люди собрались. Дочить, нет Д с буквой Р, а дочить. То есть, не знаю, что это означает, но все же. Харе базарить твою. It'll take all the data off it and reformat it into Life Invader friendly information. Huh. Hold on a second.
I think someone's trying to talk with me. Hello? Oh! Security! Oh, Jesus! Whoa! No, 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 no. Whoa! Да, ладно, выходи, уходи там, что тебе нужно сделать? Подочиться. Дочить, ребята, не подумайте, что-то... Что-то не то. Майкл может переодеться у значка своей спальни. Нет, меня устраивает. Лест, that was heavy. You watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Hey, about that other thing. You know the score? Oh, yeah, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. Maybe I'll take a look. Сейчас, ребята, значит, я не то сделал, нам нужно просто дома остаться. Видите, у нас тут значочек есть. То есть у нас, как я понял, есть выбор, да? То есть мы можем к Лестеру сразу же пойти, и мы можем, наверное, хотя нет, это не к Франклину. А хрен его знает. Или просто задание Майкла выполнить. Прям как все геймеры. Jimmy! God damn. The fuck you doing? Nothing. Really? Because I keep hearing a Hermaphrodite this, a cock that. Go away. What? You go watch your linear entertainment. Go watch porn. Just go away. Shit. Fuck you! What the fuck? Disrespectful little asshole! I can't believe you did that! That's my TV! Bike ride along Vespucci Beach? Окей, дед, I got just the thing to show you. Ну пошли, прокатаемся с ним. Day was going so well until you showed up. You know that? Усадись уже, мудак. Поехали, ребята. Два километра, это в принципе много. If I'm hanging with you, I'm listening to my music. Fuck yeah, my jam. What's the big deal? If anything goes wrong, you can just fake your death and start all over. How am I meant to develop my own moral sensibilities? Ну, базарьте, базарьте, я уже буду доезжать потихоньку. Don't push me. Seriously, some guys borrow your bow. Borrow? Я должен яхту, ага. They just took receipt of your property with payment pending. If it was anything other than... Уже чуть-чуть, ребята, осталось, не переживайте. Мы уже практически тут. Psychopath, Michael. Do you realize that? Or are you so high on your own outmoded sense of masculinity that you think this is normal? Shut your pie hole. I think we'll both be happier if we can spend as little time in this vehicle as possible. God, you think I've got learning difficulties, huh? Take a good long look in the mirror, pal. I'm not the one who doesn't respect my fellow human beings. No, not unless they're a spick or a Jew boy or an ass-munching homo. Oh, there was me thinking there's a difference between witty banter arising from a sense of competition. Here we are at the bike rental place. Please don't shoot the bike rental guy out of, like, force of habit. Hey, you my dude, right? What the fuck? Hey, you. Two bikes. Take your pick. Ух, я не знаю, честно. Давайте вот этот. I'll take this one. If I make it to the end of the pier first, you're gonna buy me a big ass new flat screen. Damn it! Later, man. Ну ладно, давайте. Jesus! End of the pier? All right. But if I beat you, you're gonna behave like a human being. Hey, Pop, you're such a Ух, ребята, погнали. Он прям мощный. А чтобы сделал банни-хоп...
Ага. А, все, хватит. А то ты сейчас сдохнешь. Ну, он прям, знаете, такой... я не знаю, как быстро ехать. Ага, вот так. Ну, так он дохнет очень скоро. То есть не нужно, а то он... не успеем доехать до финиша, он уже сдохнет. Опа. О. Ща. Опа. Ух, ребята, мы прям понтовые. Поехали. Давайте прям до конца, хотя бы чуть-чуть жизни оставим, чтобы он не подох, потому что, прикиньте, он, наверное, и подохнет. Все, хватит с тебя. Вот так, по чуть-чуть. И давай, опять погнали. Тут еще чуть-чуть осталось. Надеюсь, ты не сдохнешь. Оп. Ух ты! Нет! Мы продуем. Потому что я хрень замутил. О, твою... Ой, твою мать. Ребят, я извиняюсь, это хрень получилась. Я хотел на заднем... А, ну... Сын, мудак! Что это за хрень? Он сел на велосипед и упал? Я бы так выиграл. Да, вы видели это, ребята? Давайте еще раз. Опа. Ну, прикол. А, я сел на велосипед, и он упал. Что за фигня? That's it. Number one, pal. You owe me a TV. Hey, I never agreed to that. А, я знаю, что сейчас будет, ребят, смотрите. Мы будем вроде на вот этих хренях кататься, как они там называются. Квадроцикл? Нет, не квадроцикл. Охрен его, зачем видим? Вроде. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. Ah, точно. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. Точно, вот. That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat, the one that makes a young... impressionable girl drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck. Dad, wait. О, ну ладно, не будем мы еще пока заканчивать на таком эпичном моменте. Давайте, ребята, уже доплывем. О, ни хрена себе. Дени, да всплыви ты вверх. Во, замечательно. Ага, не будем заканчивать серию на этом моменте. Давайте уже туда добежим. Заберем свою дочку, как я понял, да. И на этом мы уже, ребята, наверное, закончим. Как у него хватает силы, чтобы столько долго плыть? Я бы, наверное, умер, если честно. Хотя... Не знаю, вы бы умерли, ребята, если бы... так долго плыли. Я не знаю, честно. Я бы, наверное, да. Хрен его знает. Ладно. Давайте туда доплывем как можно быстрее. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. That was your house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey! No! Hey! Shit, ain't cool, Daddy. Man. What are you doing? Hey! Fuck, man! Come. I like him! What's the problem? You're such a jerk! Come on! Dad, you dumbass! These guys are serious! Yeah, well, so am I. Who caused the seat of my fucking boat? Oh, motherfuckers! Get on! Now! I'm about to skin you alive! Oh, гоночки! Гоночки! God damn it!
Trace? Oh my god! Shit! There's... Oh my god! Did you just kill him? Ну как-то просто. Но все же. They're both dead! I can't believe this! Take a deep breath, baby, it's okay. Мне интересно, откуда он пистолет достал? Или у него пистолет всегда в своих штанах? Хрен его знает. А нам разворачиваться нужно. You're an accessory to self-defense. Have I like got to be a witness because I like did some blow? Нам, наверное, разворачиваться нужно, в принципе, сюда. Yeah, I did some blow, and that might like make my testimony inadmissible. You're not admitting anything. There won't be a trial unless you're on a trial for doing blow. After you ruined my day, stole my friend's shit, capped them, and I'm the one on trial? They started. О, главное, еще не бабахнуться где-то тут. If you hadn't hung out with some creepy ass portal people, сказал не бабахнуться и бабахнулся пару раз. You didn't know I did blow until I told you I did blow. Опа, сейчас будет прыжочек. An increase in trust and honesty thing. And porno dudes are like the best dudes I could be with. Porno dudes? Really? I see that traitor, Jimmy! Jimmy! Ну что, ребята, вот мы вернули свою доченьку домой. Отпорно там всяких режиссеров. И, в принципе, наверное, вот сейчас, на таком прекрасном месте, где последний транспорт Майкла было забрать его можно. Ага. На таком прекрасном месте, с отличным видом на море, мы, наверное, ребята, будем заканчивать. Подписывайтесь на меня, вступайте в нашу армию крутых перцев, и на этом, ребята, мы будем заканчивать. Также не забываем ставить лайки, если мы наберем 200 лайков, сразу же выходит новая серия. Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.